Эта жара не экстремальная для животных, сразу подчеркивает сотрудник зоопарка. И хотя их повышенная лохматость и густой мех наводят на противоположные мысли, сама природа позаботилась о том, чтобы 31 градус тепла не сказывался на их самочувствии негативно. Заботятся об этом и люди. Главное подавать сейчас пищу, которая содержит много воды, то есть сочные корма. Это зеленый корм, это овощи, это фрукты, в зависимости, опять же, от категории животного. Это, естественно, свежая вода, которая подливается, наливается в течение дня, по мере того, как животные выпивают. Это, естественно, конечно же, постоянно существование альтернативы «жаркое место». Теневое место, не будем называть его холодным, теневое место, где можно уйти от прямых солнечных лучей. Изнывающие от жары и духоты работники офисов наверняка могут позавидовать этой жизнерадостной альпаке, которая вместе с солнечными ваннами принимает и водный душ. Такие процедуры обливания животным проводят ежедневно и неоднократно. Независимо от того, как животное относится к воде, она ему необходима в том или ином виде в такую погоду. Например, черепахи, наоборот, выползают на солнце. Воробьи и голуби и сами прекрасно справляются с тем, как найти охлаждающую ванну. Большие любители купания – тигры, черный ягуар, медведи и волки с удовольствием плещутся в ваннах, которые есть у каждого из них в вольерах. А вот у львов обливания не вызывают восторгов. Поэтому их вольер просто обильно обрызгивают утром и устраивают мокрый угол, как и копытным. Вода, которая наливается, это не значит, что она работает только в момент обливания. Она понижает температуру почвы и температуру того места, где она находится, на несколько градусов. Поэтому животное даже после обливания еще в течение пару часов может, в принципе, охлаждаться, ложась на него, копыта мочит. И хотя нельзя назвать устоявшуюся сейчас погоду лучшей для животных в зоопарке, они не испытывают большого дискомфорта от этого. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, у них есть сочная трава, вода для питья и мытья, а также механизмы в организме, которые позволяют снижать температуру тела. Поэтому, если во время прогулки в зоопарке увидите птицу с широко открытым клювом или зверя с распахнутой пастью, не переживайте. Это не от обезвоживания, это их природный кондиционер. Элан Табудила, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+.